алейкум, дорогие подписчики, дорогие друзья. Вот сегодня я с дядей снимаю про наших птиц. Вот, я сейчас вам их покажу. Вот здесь они. Сейчас я высыплю корм и покажу все изнутри. Вот мы решили на следующем месяце включить российский инкубатор. Мы не знаем, проблема в яиц или в инкубаторе. Второй инкубатор Михаил плохо выводит цыплят. Мы включим на следующем месяце российский, а китайский будет отдыхать. Какие у них? Ну кто из них? Петухи или? Ну короче, какие петухи, какие курицы? Мы не знаем пока, что. Они вырастут, и в дальнейшем время мы все узнаем. Ну и на этом, я думаю, я буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч!